Максим Сандур, Олексій Депа, Запоріжжя. Будь ласка, ваш післяматчевий коментар. Ну, с такой командой, как Днепропетровск, без защиты очень тяжело выиграть игру. В чем проблема? В том, что те задачи, которые ставились перед игрой, они не все выполнялись, только частично. Плюс проигранный подбор, это тоже немаловажно. Вторая атака, плюс теряешь защиту, силу, это все как бы накапливается и так получается. И ну, быстрый отрыв, когда вроде бы и бежали, а потом ну, не забивали, нам привозят очки. Из-за этого тоже то есть, не очень хорошо все. А так боролись, ребята молодцы. Настраиваемся на следующую игру. Чи встигли ви якось уже відчути команду, тренування, заготовки, схеми, влитися в команду, новий колектив? Та, думаю, да, уже. Уже две недели почти здесь, поэтому в этом плане вроде все нормально. Спасибо.